Чё ты меня фоткаешь? Я тебя не фоткаю. Звезда, что ли? Он на тебя фокусируется. Чувак инстаграмится. Ты никогда не был, кстати, в студии, да, наверное? Нет, вообще ни разу не был. Первый раз. Пойдем к барабанщику. Пытаюсь понять. Ваши первые впечатления? Слов нет. Можно ругаться, я запикаю. Слов нет просто. Ну он в сет посмотрел, чтобы он потом в сет списал. Нормально все? Ну пока да, если что-то будет неудобно, это в первые 5 минут выясняется. Давай, пока ты не начал репетировать, играть и не устал, последние слова свои скажи. Интервью, да? Интервью. Последние свои слова. Последние? Я боюсь, я конкретно боюсь, что у меня нихера не получится. И мы ничего не запишем вообще. Это опять начал вначале ненужные звуки делать. Холодное сияние, аквамарина, потерянный ключ от глубин мироздания. Твой камень надежно хранит твой предел. Слишком обманчив своей красотою. Прошел час, да? Час прошел? Да, чуть больше. И я вообще устал, я же выжат как лимон. Хватит с меня, все, идите отсюда, все. Хоть во вздыбленных трубах. Что? Нет намека на нежность. Этот город притворщик, он меняет обличие. Ты что построил? То он раб, то хозяин. Что сделал с гитарой? То поэт, то опричник. Что с ней вообще? Как он еще играет вот это? Когда попадаешь на студию, появляется полное желание заниматься музыкой. Да. Главное, чтобы оно не пропало. Как что? Крутилочки, ползунки. Скажи, ты помнишь, мы искали здесь тепло и надежно. Так убого звучит. Блин, инструментов. Как-то пусто. Давай, все, давай. Соберись. Соберись, тряпка.
Город нас приковал цепью тоньше, чем волос, я ее разорвать до сих пор не сумел. О, кайфуй! Скажи, ты помнишь, мы искали здесь тепло и надежду, хоть о вздыбленных трубах. Съехал опять. Давай еще раз. То он раб, то хозяин, то поэт, то опричник. Кто же поэт, опричник? Кто же хочет, чтобы все должны быть, а не опричник? Не понимаешь его. Среднебродских холмов заповедной страны, он рожденный на дне пересылочной ямы, за три века дорос до помпезного храма голубых куполов.